Одна авария с материальным ущербом произошла в Сарове на прошлой неделе. На проспекте Ленина УАЗ столкнулся с Киа. Обе машины ехали в попутном направлении. Водитель отечественного автомобиля при маневрировании сбил зеркало у иномарки. Скрылся с места ДТП, был задержан сотрудниками полиции. В отношении него был составлен ряд материалов. Он имел признаки алкогольного опьянения, в том числе и был оформлен за отказ от подтверждения медицинского свидетельства. Всего за прошлую неделю сотрудники ГИБДД задержали 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 2 из них отказались от медицинского освидетельствования. В эти дни дорожные полицейские перешли на усиленный режим несения службы. Каждый раз, останавливая автомобиль для проверки документов, сотрудники ГИБДД выясняют, зачем водитель и пассажиры вышли из дома. Проверяют наличие QR-кодов, сканируют их с помощью специального устройства. И тем самым обеспечивается проверка, законно или незаконно тот или иной водитель или пассажир находится на улице. Нарушает ли он правила самоизоляции или нет. В случае отсутствия подтверждающих кодов, дорожные полицейские разъясняли горожанам, как и для чего можно получить разрешение на выход из дома. Как отметил Александр Косенков, у его подчиненных нет цели штрафовать их подряд. Главное – донести до горожан необходимость соблюдать правила. Пока сотрудники ГИБДД составили только один протокол на нарушителя режима самоизоляции. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.